Турецкие силы правопорядка задержали 12 подозреваемых в рамках расследования теракта в городе Бурса накануне. Задержания прошли в четырех городах страны – Стамбуле, Афьоне, Санли-Урфе и самой Бурсе. Террористка-смертница в среду подорвала себя в центре города, расположенного на северо-западе Турции, рядом с главной достопримечательностью – мечетью Улу-Джами. Личность смертницы пока не установлена. Специалисты изучают собранный на месте взрыва генетический материал. Из 13 пострадавших в результате теракта 8 в четверг утром все еще находились в больнице. Район взрыва и прилегающие автотрассы по-прежнему перекрыты. В городе проводятся выборочные проверки документов и автотранспорта. В результате теракта россияне не пострадали, сообщили в посольстве Российской Федерации в Анкаре. С начала года это пятый теракт с участием смертников. Ответственность за предыдущие возложили на группировку «Исламское государство» и курдских боевиков.